Мне жутко то, что если реально местные жители когда еще жили здесь, они тупо его закрыли. Ладно, заходим. Здесь разные какие-то странные ржавые инструменты. Ты что думаешь, это его? Кормил он ее через это окошко. Он проводил на дне пытки. Потом, наверное, он просто якобы жаливался над ними. Или над ней, над жертвой. Я не знаю, наверное, одна жертва была. Ты сам видел, судя по тому, что был там. Ну да, да. Реально кормил ее, я не знаю, ребят. Это вообще какая-то жесть, Тёмыч. Я сейчас порассуждал немножко. Этот ключ, он не только от сарая, но и от этого дома, Тёмыч. Ты думаешь, ключ подходит и к этому дому? Ты реально думаешь, Диман, что можно открыть? Смотри, личинка это точно такая же. Ну блин, Диман, она тоже плоская. Если риэлтор продала ключ от дома, то блин, она же не могла нам продать ключ от этого сарая, правильно? Который по факту непонятно, дом ты или сарай, что это вообще за хрень? Тёмыч. Чё, идёт? Нет, не лезет. Там сразу зашло, и я когда вглубь проталкивал еще дальше, замок вот это срабатывал. Здесь нет такого. Ну погоди, чёрт. Погоди, Диман. Ты посмотри, у нее форма точно такая же, то есть да она плоская. Вижу, тут да, обычным ключом не войдешь по-любому. И принцип работы такой же, то что ты ее проталкиваешь, и он отводит ее. Блин, Диман, ну чёрт. Мы купили это место, нам обязаны, мы просто обязаны зайти туда. Я не знаю, может, окна открыты. Подожди, окна открыты. Ну камеру не пробивают через стекла. Стой, здесь нету пути. Здесь неоткрываемое окно, Тём. Не, колоть не будем, давай не будем. Слушай. Ну точно не лезет? Не лезет? Давай попробуем вокруг дома обойти, что ли. Может, будут какие-то другие входы. Ты думаешь, получится? Ну, обычно в избу два входа, как правило. Там все через сени иногда можно зайти. Сам понимаешь, там со двора, я не знаю. Да, пойдем. Пойдем посмотрим. Тем, что правильно говоришь. Ну, блин, очень странно, почему этот ключ не подошел? Он, по идее... Ну, он точно такой же, да. И принцип работы такой же. Она дала нам один ключ, Диман. Но, блин, с другой стороны тоже, знаешь... Один ключ от двух зданий? Ну, что-то я такого не встречал, если честно. Я не встречал, но неужели мы купили за 100 тысяч, блин, дом маньяка именно вот этот? Черт, мне даже ну... жутко. Я сейчас представил, когда показал случайно окно, представил, Тёмыч, то, что там когда-то была его жертва. Слушай, просто ты, Диман, у меня уже после того, как мы обыскивали это здание, уже кровь застыла. Давай это, черт, попробуем в дом проникнуть. Аккуратнее, я обо что-то споткнулся. Диман, смотри! Недавно ученые проводили эксперимент, в котором люди общались в мессенджерах со случайными собеседниками. Случайными собеседниками оказались программы, разработанные на основе искусственного интеллекта. 90% людей даже не подозревали, что общаются с искусственным интеллектом. А все потому, что искусственный интеллект развивается не по дням, а по часам. В него инвестируют такие крутые компании, как Google и Avalon Technologies. Самая привлекательная компания для обычного человека, который не хочет ни в чем разбираться и просто получать пассивный доход – Avalon. Вот это, например, заработок всего лишь за месяц после инвестирования в Avalon. Каждое их вложение в проект или стартап окупается, и все это благодаря команде профессионалов. 670 тысяч человек уже инвестируют вместе с Avalon. Они зарабатывают 1,3% к вложенной сумме каждый день. Бонусы каждому новому инвестору, а им реально может стать каждый, ведь минимальное вложение всего лишь 100 рублей. Проходи по ссылке в описании и регистрируйся. 2 минуты, и ты успешный инвестор. Тем более, так ты поможешь продвижению канала. Смотри, Диман! Подожди, это как домики для пчел? Он типа пасечник, что ли, был? Слушай, а может он туда ключ припрятал? Здесь есть, что ли, как войти? Ну, погоди, здесь... Все бронировано, ты слушай. Ну, Диман, здесь и стены, смотри, точно так же металлом обшиты. Мы обязаны попасть в этот дом. Подожди. И здесь нет, здесь даже замка нет, ты понимаешь? Да, да, я попробую его подковырнуть ломом. Вдруг это как раз тот шанс, чтобы пробраться в этот дом. Давай. Диман, я пока посмотрю. Знаешь, иногда прячут, короче, в таких местах ключи. Может быть, в одном из этих домиков есть что-то? Здесь вот какие-то кирпичи есть. Ну нет, нет, Димыч, здесь ничего. У тебя как там? Не поддается, Тёмыч. Он тупо не поддается, эта дверь не поддается. Давай, наверное, попробуем еще. Я попробую, может быть, еще насильно ее запихать. Вдруг замок просто с возрастом приржавел и просто не заходит туда ключ. Слушай, давай, блин, я не знаю, Диман, там... Ну невозможно, ты же... Давай попробуем обыскать эти домики вкратце, прям быстренько помоги мне с двух сторон.
Потому что я не... А смысл? Потому что тут реально будет ключ от этого дома? Ну, мало ли, я не знаю. Ты думаешь, нет, Диман? Я думаю, это бессмысленно, Тём. Тут реально домик для пчелы, тут ничего больше. А они... Слушай, кстати, а тут сейчас нет их? Я вообще не знаю, вот пчелы с семьями в ульях живут. Если у них хозяина нет, они как отсюда вообще вылетают? Ну, по идее-то у просто, них... Просто это... Если их не подкармливать или как-то за ними не ухаживать, то они просто тупо сменят, наверное, место дислокации и но, все. Но это вообще безопасно, что мы тут сейчас ходим? Просто, блин, я что-то сейчас так подумал, если здесь пчелы вылетят, я хрен знает, как от них спасаться. Это до тачки, это до самой тачки бежать. Бежать они не отвалят, если они агрессивны будут и настроены, они на ступы всех переужалят. Ладно, Тёмыч, пойдем, там, наверное, реально из-за того, что старый замок, он просто весь закис. Сейчас попробуем как-нибудь ломиком подстучать. Давай по этой стороне попробуем пройти. Да, погнали. Давай, я... Это реально очень странный дом, Тём. Ты сам вдумайся, то, что он весь обшит металлом. Ну это дико, я такого нигде не видел. И я не понимаю, вот эти листы, они как-то сварены, что ли, друг с другом? Или... А, нет, вот смотри, тут гвоздями пробивали. Но это просто дичь, серьезно. И внутри у него стены, вот в связи с этим, какие? Из чего у него стены? Я не знаю, вдруг этот дом весь из металла. Как будто бы, и он так расположен, еще вот этот закрыт полностью деревьями. Он нацеленно не хотел, чтобы его находили. Единственное, наверное, кто знали, то, что вот это все происходит в этом доме, на этом участке, жители, которые жили в этой деревне. Ну ты сам видишь, как они поступили с ним, или хрен его знает вообще. Да, Диман, согласен. Давай попробуем еще раз. Давай. Блин, ребят, место очень стрёмное. Очень стрёмное. Нет, Тёмыч, это не закисший замок, он просто тупо не дает. Диман, а смотри, это дерево горело, что ли? По всей видимости, Тёмыч, оно реально горелое, по центру все. У него сердцевины нет, да, как будто? Да. Охренеть. Тёмыч. Чё там с замком? Подожди, я сразу не топёр. Чё ты, о чем? Ключ повернуть. Вдруг поможет. Как повернуть? В смысле? Он же не поворачивается, он же просто... Я там открывал сарай, и вот этот... Кверху зубья, вдруг зубья вниз. Да ты чё? Ты хочешь сказать один и тот же... Тём, заходит. Да ну. Ты хочешь сказать, один и тот же замок просто купил и поставил, ну, кверх тормашками, что ли? Я не знаю, как это работает, но это помогло. Я такой, охренеть. Диман, ну нам повезло. Фу, блин. Чё за херня пахнет, Диман? Тёмыч. Какая-то сладковатая, да, хрень? Я знаю, что это такое, наверное. Да нахрен. Подожди, это прям прёт дико. И чё, мы пойдём туда? Мы купили этот сраный дом, и мы должны это заснять как минимум. Ну, слушай, Диман, блин, ты чувствуешь, чем пахнет? Ты же понимаешь? Я понимаю, чем это воняет, Тём. Ну, тогда давай хотя бы руками ничего не трогать. Если что, сможем фотки там отправить, что типа не наши и все дела. Да, 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 всё, пойдём. Пойдём, Тёмыч. Как, слушай, блин. Смотри, здесь тоже, иди сюда. Диман, здесь тоже есть... окно заколоченное, да я тебе точно говорю. Как будто нацельно потом после всего этого или его заколотили. Погоди, Диман, припру. Я вообще не хочу здесь оказаться закрытым. Блин. Охренеть, Диман, реально, смотри. И как будто... И, слушай, вот убери сейчас свет. Смотри, видишь, через дырки сочится. Вот через камеру, да, видно. Да, 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 да. Тут кто-то пробивал, как будто как изнутри, как будто пробивали, пытались пробить вот эту вот железную эту штуку. Тёмыч, это вообще все так жутко. Если реально, ребят, вы просто... Вы по-любому сейчас испытываете то же самое, что и мы. Вы вместе с нами сейчас заходите в этот дом. Вы просто вдумаетесь, это реально дом, в котором жил маньяк. Вы только что в предыдущей серии увидели... То, что он делал с жертвой? То, да. И это реально жутко. Вы только вдумаетесь, то, что... Тёмыч, я четко вижу здесь одежду, походу, в которую он ходил. Он здесь ходил. Диман! Как это произошло? Я не знаю, ты что... Погоди. Я не задевал книги. Диман, аккуратней, половица. Аккуратней, аккуратней. Так вообще пересрать можно? Смотри аккуратней на пол, Диман. Вон там вообще куска пола нет за тобой. Аккуратней там. Да, да, Тём, смотри, здесь еще как второй этаж. Диман! Подсвети на второй этаж сперва. Смотри, там реально труба выходит, там печь тоже в доме. Подожди, Диман, а это его одежда? По всей видимости, смотри, какая странная маска. Но она как будто как сварочная, я не знаю.
Да, только она вся в шурупах, ты посмотри, что за херотень. Раньше в колхозах-то, блин, я не знаю, сварщики были? Ну, видимо, Тёмыч, были, точно. Может, это... тракторами что-то работали, я не знаю. Тём, какие трактора, ты сам видел, что в этом сарае? Охренеть. Трактора, он точно работал не на тракторах с этими торчащими шурупами. Это его дубленка или что? Скорее всего, Тёмыч. Диман, не трогай, не трогай. Здесь вонище, пипец, я не понимаю, откуда пахнет. Может, из-под пола как-то. Посвети немножко, я туда попробую камерой залезть, хорошо? Да, да. Держи, попробуй, так будет лучше, подсвети. Черт. Я не знаю, что здесь творилось, но это точно. Это вонь, она прямо здесь идет, Тёмыч. Я понимаю. Диман, нифига там нету. Я ничего не вижу. Капец. Возьми, пожалуйста, телефон. Какое стрёмное здание, Тёмыч. Оно реально стрёмное, этот запах, он нагнетает, ребят. Слушай, давай зайдем в избу вот в эту. Пойдем. Тёмыч, мне кажется, может быть, это самовнушительный запах сильнее. Ты запах ли? Реально сильнее. Блин, реально, тут он еще смешался с этим, типа как... Запахом старины, да? Да. Тём. Я не знаю, когда здесь последний раз были люди. Смотри. Тут краги, перчатки. Черт! Черт, ребят! Это жесть, Тёмыч! Диман, ты можешь перевернуть? Это от них пахнет. Раскрой перчатки. А, черт! Черт! Так, я попробую камеру просто поближе. Давай. А, черт, нет, Тёмыч, я не знаю, вонь не стала сильнее. Не, я не могу, я не могу. Охренеть. Подожди. Ну где это может быть? Слушай, Диман, а может в этой штуке? Давай, я открою, подожди, здесь засов. Ага. Черт, он просто из-за возраста, Тёмыч, перестал работать нормально. Тут посуда. Посуда, подожди. На одного человека, тут видишь? Тут какая-то маленькая чашечка, может, он в ней передавал в сарай как раз не всю знаю. Еду. Не знаю, Диман, я понимаю только то, что здесь посуда на одного человека. Он жил, походу, один. Ну, естественно, как он мог жить с семьей там, или еще кто-то мог вытерпеть такое? Если бы кто-то с ним жил, этот человек точно бы знал, что он делает в сарае. Это вот прям, это вот, можно сказать, за стеной. Это даже не погреб, не подвал, ничего такого, ты понимаешь? Мне кажется, единственный, кто знал, опять же, местный житель. И то они, наверное, не сувались сюда, они его тупо все боялись, мне они, кажется, наверное, узнали уже после. Они узнали после и не знали до победного, и в определенный удобный момент они его закрыли здесь нахрен, наверное. Так, ладно, а здесь что, Димыч? Я не знаю, Тёмыч, лучше... Да, лучше не буду сам лучше трогать. Лучше ну его нафиг, не трогай лишний раз. Смотри, блин, но это вонь. Белье, от нее не пахнет? Я не знаю, здесь везде вонь, Диман... она просто уже непонятно откуда издается. Посвети, пожалуйста, под кровать, здесь ничего нет. Нет, вроде не отсюда прет. Здесь, под столом. Черт, Тёмыч, здесь кругом этот запах, и он не утихает. Я не могу определиться, откуда он конкретно поступает, ты понимаешь? Да вот и у меня то же самое. Черт, Диман, что это за хрень нас? Черт. Мне показалось, этот человек лежит. Подожди. Это матрас, гребаный матрас. Подожди, давай посмотрим, может быть, что-нибудь... Что там за хрень торчит? Все. Диман, что там за хрень из-под матраса Тёмыч, торчит? А вдруг это... Ты думаешь, это то, что от него осталось? Я не знаю. Диман, что там под матрасом? Только аккуратней. Тём. Что за мешок? Мешок. Диман. Можешь потянуть за мешок, Тём? Блин, ничего тут. Или возьми лучше. Давай, я посвечу, да, я не хочу своими руками. Не трогай без перчаток. Ага. А, черт. Взял? Чёрт, Тёмыч. Давай, подожди. Диман. Подожди. Тёмыч, я чувствую то, что это не пустой мешок. Ты серьезно? Чё там? Я не знаю. На ощупь чё там, Диман? Тёмыч, что-то как желе. Какой нахрен желе? Не трогай, блин, сейчас что-нибудь просочится еще. Вытряхни просто эту хрень и все. Возьми заодно и вытряхни его нахрен. Подожди, Тёмыч. Подожди, там реально как желе какое-то. Может... Подожди. Тебе телефон нужно? Нет, нет, нет. Если там хорошо у тебя видно, ты меня нормально светишь. Тёмыч, погоди. Диман, это какая-то старая майка. Тём, или что-то это типа женская такого. Майка. Диман, это старая женская майка. Ей уже не знаю сколько лет. Ты понимаешь? Стой, это одежда той. А зачем это той женщине? Это просто жесть, Диман. Ты понимаешь? А зачем? Диман! Это жесть! Он пытался избавиться от этой одежды, он ее прятал куда-то, чтобы местные жители не могли обнаружить. И, ну, блин! Стой! Диман, я помню такие мешки! Ты понимаешь? Я...
Они были вначале в сарай, когда мы заходили, с правой стороны было много мешков. Да, да, там много таких мешков. Тёмыч, ты хочешь сказать, жертва была не одна? Я не знаю, нужно проверить мешки. Нужно посмотреть, вдруг там также есть одежда. Да, да. Тём. Ты чего? Чёрт, Диман. Диман, не открывай, вдруг там что-нибудь будет. Это точно такого же цвета, как эта одежда. Подожди. Тёмыч. Тёмыч, это же жёны. Там... Чёрт. Это тоже... Это жёны одежда. Это как похоже на какие-то шорты. Или из тех времен на нижнее белье, Тёмыч. Так. Охренеть, Диман. Подожди, пойдем быстрее. Он даже не успел их сжечь, ты понимаешь? Он, походу, избавлялся, Тёмыч. Тут подожди. Еще что-то есть? Нету. Я не знаю, Тёмыч. Слава богу, подожди, ничего нет. Подсвети. Нет, она настолько закисла. Вот это открывается. Нету там ничего, Диман. И здесь тоже. Я боялся, что я здесь что-то увижу. Подожди, Тёмыч. А вдруг в тех мешках не только одежда? Пойдем скорее, мы сможем увидеть что-то. Пойдем, как минимум мы сможем. Если там тоже будет одежда, мы сможем узнать, сколько людей было здесь, понимаешь? В его... Ну ты реально думаешь, Тёмыч, то, что это реально жертва? Ну а как иначе, Диман? Ну не на нем же были эти... Я не знаю, это размер-то какой? Это либо женский, либо детский, я не понимаю. Я тоже не могу понять, но скорее всего это женская майка. Она как вот эти полы в те времена, и вот эти нижнее белье, как ритузы, или как они назывались, я не помню. Я не знаю. Тёмыч, вот эти мешки. Они здесь повсюду. Стой, Диман, дай, пожалуйста, фонарик. Держи, я пока попробую. Давай, наверное. Сколько у тебя там мешков? Тёмыч, здесь как минимум мешка 3. Это что за хрень? Диман, тут еще какой-то инструмент, блин. Черт, ты здесь вообще по округе, смотри. Смотри, мы не обратили внимания, здесь везде веревки. Сетка. Разные сетки. Там еще вон. Погоди. Тут тоже как второй этаж. Так, мне главное. Будь аккуратен, смотри в оба. Я пока попробую скинуть мешки, посмотри, что в них. Черт. Блин, Диман, я... Черт. Диман, тут нет ничего, я сейчас попробую приблизить. Но тут нет этих мешков. Может быть, там есть кто-то? Нет, не... Что-то оставшееся жертвы, нет? Нету ничего. Тут труба вот эта, Диман, только, которая уходит от печи. Но она даже не до конца кирпичом обложена. Слушай, бро, я так не спущусь. Прими, пожалуйста, телефон. Сейчас я слезу. Давай. Черт, Тёмыч, я как раз опустился. Я как раз все мешки забрал. Идем, посмотрим. Сейчас иду. Будь аккуратен. Сколько их? 3 мешка, Тём. Тут 3 мешка. Иду. Держи, пана. Сейчас. Я буду сейчас разрубать. Тёмыч. Слушай, только аккуратнее, потому что там может оказаться не только что-то вроде одежды. Там может оказаться что-то намного страшнее, но Диман. Здесь нету вони. Здесь нету вони, да. Здесь отчетливо, как в том доме. Ну, блин, знаешь, допустим, вот... Какой-нибудь скелет лошади, он когда на поле долго лежит и уже просто остается, от него тоже не воняет, извини меня. Кстати, да, ты прав, реально же, когда это все окончательно прогнивает, тем более пройдя столько времени, тогда почему там пахнет, в доме? Я не знаю, Диман. Тёмыч, здесь просто ветки. Слушай, давай вынесем на улицу и вытряхнем. Подожди, они по сути... Спари их здесь сейчас, чтобы узнать, что там. Они открыты, но ты вглубь не посмотришь, надо вытряхать их по-любому. Я согласен. Подожди, но если в этих мешках просто ветки, то в чем прикол? То почему? Может, он прячет что-то в них? Мы также могли... Может, он, блин, тот мешок не успел забить чем-то? Может, он вывозил куда-то эти мешки, пряча их как бы под ветки? Нет, под... Он, наверное, все сжигал. Ну зачем тогда он положил в мешок вот эту ткань? Ты же видел, она выглядела старой, я не знаю, сколько лет. Давай, а вдруг что-то произошло, вдруг местный житель не выдержал этого дерьма, и он просто, как всегда, копил эту одежду от жертвы, и хотел также сжечь ее, но, блин, все закончилось на том, что его заперли здесь, или как-то еще, я вообще не понимаю. Выноси их, давай посмотрим, что в них, Диман. Да, пойдем. Я вообще не понимаю, Тёмыч, нахрена это все надо было? Какого хрена это реально? Смотри. Что там? Нет. Тёмыч. Ладно, второй. Здесь ничего, здесь... Сейчас я вот здесь дорежу.
Это очень странно, нахрена они просто так тупо забиты? Я не понимаю, Диман. Вот мы с тобой, конечно, купили, блин, два домика. Два? Мы думали вообще один дом засчитать двух. Да, она сказала, риэлтор, то, что, блин, он заколоченный дом. Заколоченный дом. Тот дом нифига не заколоченный. Нет, Тёмыч, это Но он тоже на этом участке, Диман. Да, да. Ни хрена нету в мешках. Но почему, Ваня, оттуда, не оттуда? Диман, подожди-ка, извини, что перебиваю. А что это за хрень, на которую я сейчас наверх забирался? С которой ты мешки скинул, кстати говоря. Иди сюда, иди посмотри. Подожди, ты уверен? Вот это что за хрень? Ну как сундук, только он как... Он как сундук, типа, Тёмыч, я не знаю. Типа как ящик, и ты видишь, у него он проушенный есть тоже, как будто как для замка. Ну, погоди, к счастью, замка не висит. Нахрена такой огромный сундук? Сопоставь с размером. Сопоставляю. Ну я не знаю, нахрена тут такой сундук? Если в этой кадушке вот лежит горох, то что здесь? Давай, я сейчас попробую открыть, только я не уверен. Возьми фонарик, Тёмыч, я здесь... Тебе будет удобно так? Да, да, единственное, Тём, ну тут же не будет вони. Если... Ну, вони нет, если... Она бы была бы, если что-то там было. Да, Диман, я думаю, если бы что-то было, мы бы почувствовали. Но мы не чувствуем. Значит, блин, там что-то другое. Может быть, там опять какие-то его... Вот эти инструменты, я не знаю, которыми он пользуется. Как ты думаешь? Нет, я думаю... Может быть, там что-то покрупнее, чем то, что лежит на подоконнике? Тёмыч, во всяком случае, в те времена, когда это все здесь происходило, мне кажется, он точно использовал это не для хранения каких-либо вещей. Я не знаю, Диман, но, блин... Мы же не знаем всей истории, мы не знаем, что здесь было. Чёрт, Тёмыч, открываю? Открывай, только подсвечивай мне по возможности. Какой тяжёлый, чёрт, эта крышка весит 20 килограмм! А я вижу, вот на камеру засняла, она толстая, пипец. Тёмыч! Тёмыч! Чё это за херня, Диман? Тут снова эта кровь! Она везде, смотри, здесь продрана от ногтей! Чёрт! Диман, подсвети, слишком темно. Я понимаю, неприятно, но мы обязаны это зафиксировать. Ты видишь? Да, я Ты вижу. Тоже это видишь? Да, Тёмыч, тут реально эта хренотень. Если бы не зум, я бы сюда вообще не мог подойти. Подожди, черт. Диман, там на дне... Дай-ка фонарь. На. Охренеть. Я не знаю, Тёмыч. Там на дне, Диман. Там на дне и правильно говоришь, что тут раскорябан потолок, как будто кто-то ногтями скребся, ты понимаешь? Кто-то пытался вырваться, но крышка тяжелее. Подержи, пожалуйста, еще... фонарь. Если я попробую. Если еще это было закрыто замком все, то вообще жопа. Отсюда не выбраться было. Это просто жесть. Это самое страшное дерьмо, что я видел, Диман. Черт. Подожди. Это просто невероятно. Этот дом и этот сарай просто кишит. Он весь напичкан разными ловушками. Он просто намекает на то, что здесь, реально, здесь была жертва. Там оставался он и постоянно удалял свои улики. Он, грубо говоря, выходя из этого сарая, очищался. Диман, послушай, я рад, то, что мы с тобой полностью осмотрели вот этот сарай и не нашли здесь ничего. Здесь ничего не пахнет. Здесь, к счастью, нам просто... Я не знаю, что мы будем потом делать с этим домом, но нам осталось просто убрать здесь все это дерьмо или заплатить, чтобы это убрали, и все. Да, но тот дом, Диман... В доме пахнет! В доме пахнет! И мы осмотрели все! Мы осмотрели, по сути, все! Слушай, Диман... Да. И все. Второй этаж, да? Когда мы заходили, там было что-то наподобие вот этого... Как здесь, знаешь? Ну, я не знаю. Но здесь-то я посмотрел, здесь я смог посмотреть. Я забрался по этому грёбаному черт... Чёрт. Подожди, здесь вот есть... Диман, да, лестница. Нам надо её использовать как-то. Ты хочешь её реально дотащить туда, чтобы залезть? Ну, а слушай, а чё нам терять? Мы сюда сегодня приехали всё это осматривать. Давай её реально донесём туда. Попробуем забраться. Ну, потому что если воняет... Где может вот вонять? Я не знаю. Любой бы прятал в печь, скорее всего. Иначе куда, блин? Матрасов там нифига нет, все дырявое, под кроватями нифига. Все эти полки, ну ты видел, где посуда, там ничего нет. Давай, брат, нафиг эту лестницу. Давай возьмем лестницу, оттащим, подставим. Тоже попробуем подснять это дерьмо. Давай, ты иди первый, наверное, я сейчас ее возьму за заднюю часть. Давай. Ты сможешь ее? Как мы ее вообще сможем, что ли, отсюда вытащить? Да, она длинная, но ее можно вытащить. Сейчас, Диман, аккуратно. Нормально, ни за что не зацепилась? Ни за что, я приподнял. Охренеть. Так, аккуратней. Проходит? Прошла. Чё, вынесли? Да. В общем, давай сейчас, наверное, это... Попробуем её сейчас подложить. Подставим и заберёмся. Давай, хорошо. Диман, чё, я полез? Да, давай, Тёмыч. Охренеть. Жесть, ну в этом доме реально прям вонь дикая, Тёмыч.
все получится, Диман. Да, да. Подсвети мне, пожалуйста. Будь аккуратен, я тебя страхую, да? Ага. Давай. Спасибо. Сейчас как заберешься, тебе фонарь подам. Блин, Диман, а здесь реально пахнет еще хуже. Я не понимаю, что там. Не знаю, может быть, просто из дома так разит. Может быть, не понимаю. Слушай, дай, пожалуйста, фонарь. Тёмыч, ты чего? Диман, это просто жесть. Забери, забери фонарь, помоги мне слезть. Давай. Чёрт. Слезь. Давай, я тебе дожу. Спасибо. Спасибо. Охренеть. Чё, Тёмыч, там вообще жесть? Это просто жесть. Пойдем, выйдем. Там вообще жесть, скажи. Диман, там вообще жесть. Я нашел то, что воняло. Ты уверен? Точно видно было? Да, точно. Черт, ладно, ребят, Тёмыч сказал жесть, я, наверное, представляю, что вообще там такое было. Мы по-любому это выложим в Инстаграм, здесь, к сожалению, на Ютубе мы не будем это делать, но Ютуб такая площадка. Но в Инстаграм мы по-любому выложим, поэтому, ребят, просто переходите в наш Инстаграм, и там все будет. Блин, Тёмыч, я сам хочу эту жесть посмотреть. Диман, все увидишь на кадрах, но я думаю, ты не захочешь это увидеть. Но, блин, для ребят, конечно, выложим обязательно. Обязательно выложим. В общем, ребят, мы реально взяли, купили участок, где жил маньяк. Мы осмотрели аж не один дом, а сразу два. Смогли осмотреть полностью всю эту локацию. Это реально локация маньяка. Мы убедились сами в этом, ребят. Мы были в сарае, где происходила жесть. Здесь просто жесть, которую мы для вас оставим в Инстаграме. Тоже просто Тёмыч аж оттуда выбежал нахрен. Я сейчас только что посмотрел кадры, и, ребят, я просто охренел от того, что там происходило. Теперь реально правильно Тёмыч говорит, понятно, откуда была эта вонь. Да, ребят, мы обыскали всю эту территорию. Обыскали оба дома. Поняли, наконец, чем тут воняло все это время. И реально, если вы сейчас посмотрите инсту, это очень жестко. И я рад, что, Диман, мы с тобой это сделали. Мы посмотрели, мы добыли контент, на который рассчитывали. Поэтому, ребят, если вы любители острых ощущений таких, мы с Диманом, наверное, будем продавать этот участок и эти два дома вместе с участком. Поэтому обязательно пишите, во-первых, в комментариях, не только кому понравился этот видос, понятное дело, а еще, мало ли, если вы хотите купить этот участок вместе с домами, обязательно об этом напишите. Потому что некоторые люди любят единение с природой какой-то, находиться вот наедине с природой, отдыхать. Мы с Диманом все это плохое отсюда вынесем, естественно. Кто-то просто любит дома с интересной историей, любит, чтобы его дома, где он живет, была какая-то крутая, интересная история. И вы сможете приобрести этот дом, просто свяжитесь с нами, если вам действительно это интересно. В комментариях напишите, мы с вами свяжемся и все это организуем. Поэтому, ребят, мы вам постарались рассказать свою историю, как мы ее видим, когда видели какие-то разные вещи, разные инструменты этого маньяка. И нам будет интересно, как вы это представляете, как вы представляете то, что происходило раньше. Нам будет очень интересно, пишите в комментариях, и мы обязательно прочитаем. Мы купили этот дом за 100 тысяч рублей. Мы знали, что этот дом принадлежит маньяку. И все это, что происходило в этом доме, все вещи, которые лежали здесь, мы снимали на камеру, и вы это видели вместе с нами. До новых встреч, ребят. Увидимся. Пока!